Скоро 14 февраля. День всех влюбленных, день Святого Валентина. Ой. Это день, который любят все люди. Это когда дяди дарят людям это всякие подарки, валентинки. Дед дарит всем валентинки в виде сердечек. Он может пригласить тебя на свидание. Давай девочкам цветы. Конфеты. Еще куда-нибудь погулять. В парк, например. Или на аттракционы, мороженое поесть. Короче, это день девушек. Как найти вот эту вот пару свою? Можно работать в магазине и спрашивать имена. У меня должна быть квартира. Но вы можете подружиться и встречаться. Мы с ним из класса первый раз увиделись. Мне сначала он как-то не нравился, а потом понравился. Ну, если ты увидишь кого-нибудь и сразу полюбишь, ты найдешь ее. По взгляду, по... Ну, короче, я по всему. Я пока не нашла себе. Ну, тебе еще только 7 лет. Потерпи, скоро будет. Как будешь себе искать любовь? Можно одеть ему культурную одежду. Оденусь круто и буду ходить по улицам. И стать крутым. Стать крутым надо. Надо носить красивый пиджак. Делать красивые прически. Женщинам нужно сделать макияж, чтобы стать красивой. Хорошее по сердцу, хорошее по душе. Ботинки красивые носить. И тогда в тебя влюбятся, да? И привлекать мальчиков. А что важнее все-таки, чтобы человек был умным или чтобы человек был красивым? Красивым. Умным. Чтобы он был красивым. Умным. Ты каким? Если будет красивым, то тогда будет задавать глупые вопросы. Добрый и смелый. А если будет умным, то тогда с ним будет интересно общаться. Потому что ум важнее всего. Такие вы шумные, я вам хочу сказать, вообще. Это не наши. Не ваши? Здесь нет, большие бегают. Кто-то все-таки поэдли. Если что-нибудь на свете вдруг случится без него.